Представьте, пожалуйста, как здесь оказались, при каких обстоятельствах? Приехал из Республики Беларусь на поезде. На поезде, да? Я так понял, что вот это вот все препараты, которые на полу находятся, они принадлежат кому? Мне. И в своем составе содержат? Сильнодействующие вещества. Сильнодействующие вещества. Являются в данном случае кем? Чем? Для внутреннего приема, для увеличения мышечной массы. Анаболическими стероидами, правильно? Да. Для какой цели вам это? Для внутреннего приема, для увеличения мышечной массы, силы. Для увеличения мышечной массы. То есть вам известно, что перемещение через таможенные границы этих препаратов влечет ответственность, правильно? Да, известно. Известно.